Всем привет, ребята! С вами дядя Володя Страшный. И сегодня у нас фильм о том, как я... Ну, о том, как вы. О том, как мы вместе с вами привезли еще один двигатель. Иж Планета 4. Вот так вот. С металлобазы. Вот я вчера привез. Вот он. А вот сегодня еще один. Достался он мне вообще за 300 рублей, поэтому я несказанно рад. Чтобы скрыть свои эмоции, все радостные на лице, я одел специально шлем такой и очки. Вот так вот. Ну что, выгружаем. Ну и так, пока Серж катается, придется открыть зажигание самому. То есть посмотреть, что здесь в этом моторе, какое зажигание. Опять мне повезло несказанно. Снова крышка такой формы. Ну вот. Планета четвертая. Вот такой формы. Видите, здесь так вот идет. Вот пятая. Смотрите, вон лежит. Видите? Она совсем не такая. Ну поэтому берем перчи. Две штуки. Надеваем их на свои грабли, на грабли гравицапы, и начинаем откручивать. Два винта. А, каких два? Один, всего лишь один. Почему второго нет, я не знаю. Смотрим, что здесь за зажигание. Просто вот это прям какое-то таинство. Таинство неизвестного. Что нас тут ждет, неизвестно. Ух, как интересно все было. Ну, смотрите, ребят. Обычное зажигание. Для чего это люди подкладывали, не знаю. В общем, это зажигание 12-вольтовое. Обычное. Сейчас мы подергаем коленвал, узнаем, болтается он или нет. Ну, есть маленький люфт. У меня в плохарике даже больше. Вообще этот мотор, наверное, хороший. Я так думаю. Давайте заглянем в дупло. В дупло, в белочке. Сейчас. Штатива, ножки мешаются. Сейчас мы их подожмем. Ну что, видим поршень. Такой нормальный поршень. Сейчас мы его киканем. Чтобы он там шевельнулся. Может быть. Ну, пошел вверх. Еще пошел вверх. Видим шатун обметненный. Видим стенки цилиндра. Все видим. Все очень интересно. Вот такие вот дела. Всем спасибо, всем пока. С вами был дядя Володя Страшный. И теперь уже два. Два, не один. Два двигателя Иж Планета 4.